Ну что, как вам? По-моему, очень так даже. Очень необычно, очень круто. Сейчас на самом деле редко что-то такое новое, свежее услышишь. Вот. А следующие на нашу сцену точнее, спускаются. Ребят, спускайтесь, подключайтесь. Вот, я сейчас там... Так, все, услышали меня. Пока они будут подключаться, я вас буду веселить. Это уникальнейшая рок-группа. Каждое их выступление завораживает своей энергетикой. Так именно написано у них в пресс-релизе. За полтора года своего творческого пути эта группа стала самой молодой группой, игравшей на фестивале «Чернозем». Создали свою собственную вселенную, по которой выпустили и EP, и альбом, и ряд песен синглами. Вот так вот. Интересно очень, что это такая. Что это за вселенная? Надеюсь, не Ведьмак? Сейчас вокалист переключит микрофон, у нас останется небольшой диалог. В совокупности на их счету уже 26 треков. Вот на самом деле, ну, как бы круто. Записали 2 клипа и 1 промо-ролик к иммерсивной рок-опере «Шпалов». У нас есть мерч, да? Предлагаю его как-нибудь разыграть. И предлагаю это сделать совместно с вами. Может быть, какой-нибудь... А может быть, стихотворный конкурс? Мы даем одну строчку, и надо продолжить стихотворение. Вот, давай, я согласен. Давай, ты даешь первую строчку любую, там, палка-селедка. Нужно сочинить вторую. В старом Осколе мощный концерт. Так, давайте, кто... Нас своим творчеством порадует. В старом Осколе мощный концерт. Так, понятно. Это они до завтра будут сочинять. Вот. Ну ладно, я предлагаю что-нибудь такое. Все же все-таки пришли на рок-концерт, соответственно, интересуются темой. И наверняка знают какие-нибудь интересные факты, истории про рокеров древности и современного мира. Кто сейчас мне ответит? Какой? Трассе, как она сейчас называется, вот именно сейчас, посвятила свою песню одноименную, ну уже не одноименную, группа Алиса, трасса Е95, как эта трасса называется сейчас? Кто сказал? Подходи поближе. Как? Питер-Москва, она раньше была, до 97 года. Сейчас, как она называется, вот там есть М4, там есть маркировка у вас М4 и Е там какие-то там 100 с чем-то. Это когда они там идут до Турции уже. 144, ну есть, наверное, догадываюсь. Road 66. Ну что, нету никого, уже вы загуглили давным-давно, там есть. Почти. Вот я все-таки засчитаю этот ответ. Если сейчас никто не ответит, вот ближе, чем человек ответил. Вот. М12. Ну это да, она так называлась до 97 года. А сейчас Е95 это трасса Питер-Турция через Белоруссию и там пошла. То есть она существует, но это уже не та дорога. М2. Нет, к сожалению. Ну что ж, ладно. Вот кто сказал М12? Вот М2 это правильно. То есть паркировка М2. Вы ближе всего были. М10 она называется. Тони Тайлер! Добрый вечер, Саня Скоро! Шоу! Готов? Монстр внутри тебя. Thank you.
Виталик, готово? Живой. Yeah.
для того, чтобы стать счастливым. Долгий путь.
вами была группа Тони Тайлер. Следите за нами. И ждите, я думаю, в следующем году мы приедем уже с сольным концертом.